офицер э, советской армии вы были офицер разведки и в один день 1978 э, -го года вы решили э, приостановить этот жизнь начинать да. новую жизнь да. что случилось почему вы принимали такое неординарное решение ну, прежде всего, я должен сказать, что решение это было достаточно ординарным. Я считал, что коммунистическая власть рано или поздно она рухнет, я это понимал. И я вышел из состава Советского Союза. И должен сказать, что после этого весь советский народ последовал за мной. Я вышел из Советского Союза, вот, ну потом и Эстония за мной пошла, вот и Латвия, и Литва, и Россия, вот и Украина. Вот некоторые говорят, ты предатель, ты изменил присяги. Я тогда говорю, постойте, постойте, а кто у нас, покажите мне человека, который вот сохранил верность присяге. Вот, допустим, президент России Владимир Владимирович Путин, он принимал присягу до последнего дыхания, до последнего дыхания хранить верность советскому правительству, советскому народу. Он присяги изменил. Он такой же предатель, как и я. Тут э, разницы между нами нет, только я принимал это решение. Сознательно я считал, что это преступный режим, что против этого режима надо бороться. Нужно эту власть изменить. А чтобы ее изменить, нужно ей изменять этой власти. А Владимир Владимирович Путин, он принимал решение в толпе. Когда вот толпа ринулась, да, вот мы уже больше. Так вот, весь советский народ оказался предателем. Весь советский народ изменил советскому правительству и советскому народу. Без единого выстрела советский народ сдался, и больше нету советского народа. Так что я ледокол, я пошел впереди, а вы пошли за мной следом. Вспомним немножко этот э, исторический день да. 1978 года. Как, как это все получилось? Это было 10 июня 1978 года. Я работал в Женеве. Я был разведчиком главного разведывательного управления ГРУ, ГША. И у меня была жена со мной и двое детей. Вот, кстати, через три дня мы будем праздновать 35 лет совместной жизни. Это в современных условиях это уже рекорд. Ну, согласитесь, ну, да, да. не так много не людей. Не часто как, Не часто бывает. Вот, у нас двое детей, двое внуков, пока двое внуков. Вот, я разбудил свою Татьяночку ночью. Говорю, вставай, она говорит, что такое? Я говорю, вставай, вставай. Вот, двое детей у нас было. Сыну было два года, дочке было шесть лет. И... Мы сели в машину и уехали. Вот. Она ничего не понимает. Я говорю: "Стоп, подожди. Мы делаем дело. Мы должны это дело делать. Вот. Мы должны что-то делать против этого режима". Должен сказать, что не было такого, вот, что я вот взял и решил. Это как такое решение. Ну, человек может такое решение принимать раз в жизни, это как самоубийство. И человек может мечтать, думать о самоубийстве всю свою жизнь, но никогда не решится. Есть последний шаг. Раз, ступил и все. И дальше уже нет возврата. Вот. То есть всю свою жизнь я считал, что что-то с нашим народом не так. Ведь смотрите, мы же не дураки. Мы не дураки. Мы, у нас богатейшая страна. Мы производим больше всех в мире ну, золото, ну не больше, ну на втором месте, на третьем по золоту, по алмазам. Мы производим огромное количество газа, нефти. Ну и сами мы, у нас огромная страна, и люди же у нас не самые глупые. Мы можем запустить в космос первую собаку. Советская собака первая в космосе. Ну не, не американская, а советская собака. Вот. Первый человек в космосе, советский человек. Первая собака, первая женщина, все, все наши родные, советские, вот. если вот играют в шахматы, два человека. Советский, ну, ну не русский, ну, армянско-советский, да мы семь еврей, вот. или армянско-какой-то. Ну, наши советские люди играют в шахматы лучше всех в мире. Но почему мы вот живем? Вот, вот так мы живем? Ну почему вот я приезжаю в Швейцарию. В этой Швейцарии мы жили, я работал 4 года. Это центр шпионажа вообще всего мира. Меня направили туда, потому что Женева это столица международного шпионажа. Вот я смотрю: в Швейцарии у них им экспортировать нечего. нечего. Вот они импортируют все. Даже песок. У них нет песка. Вот они из Италии, они привозят песок, должны платить деньги за песок. И у них самое лучшее, самый высокий жизненный уровень в мире. Вот берешь, допустим, наши производят миллион тонн чугуна. Ну что толку от миллион тонн чугуна? Вот. А они берут вот там 10 грамм стали вот, и делают ролекс. И продают за тысячу там, долларов, допустим. То есть они вкладывают свой талант, свои мозги. А мы вот только вот силу физическую. Вот я посмотрел однажды, работал я в Чехословакии в одно, был в 1968 году. И вот такая удивительная вещь, я просто посмотрел, вот наша жизнь, вот наш уровень жизни в Советском Союзе. Вот прихожу я освободитель, на танке появляюсь, здрасте, привет, я принес вам свободу. Вот. Жизнь на уровень у них высокий. Я по натуре, я крестьянин, я мужик русский, мои предки, мой отец офицер, но предыдущие поколения, это же землепашцы, мой дед кузнец, всю жизнь кузнецом был. И я не понимаю, почему если вот это вот наш жизненный уровень, и вот это их жизненный уровень, логика, нормальная, человеческая логика, мы должны наш жизненный уровень поднимать на их жизненный уровень. Ну правда, да? А что мы делаем? Мы их опускаем на наш уровень. И вот это мне непонятно. Я пошел в армию, я пошел, когда мне было 11 лет. Воронежское Суворовское военное училище, это Министерство обороны, это уже армия, это уже алые погоны. С 11 лет я их носил, до 31, 20 лет в армии. Я пошел в армию за тем, чтобы защищать свою страну, свой народ от Гитлера, от тех, кто придет убивать моих людей. Вот зачем я пошел. А мне говорят, нет, нет, стой, подожди. Вот соседняя Чехословакия, мы пойдем их освобождать. Ну, я прихожу их освобождать, а они не хотят освобождаться. Я говорю, ребят, вот мы вам свободу принесли. Они нас матюками. Вот. Ну, я, мне не повезло от того, что мои друзья, вот у меня был друг Вася Красников, он был в 20-й гвардейской армии, 6-я гвардейская мотострелковая дивизия, 20-я гвардейская армия, это Бернау в Восточной Германии. Они входили из Восточной Германии, они срезали, отрезали Чехословакию от западно-германской границы. Они входили в Прагу, вот друг мой, Вася Красников, они в Праге. Там молодежь, там на них бросается, они должны отбиваться. А мне не повезло с той точки зрения, что мы входили из Прикарпатского военного округа. И стояли мы в деревнях. Мы входим в деревню, а там старики и они в нас камнями не бросали. Мы остановились с танками, все стоим. Ну, подходят чехи к нам, вот, подходят там. И Иван, ну, ничего. Ну выпить хочешь? Ну конечно хочу. Ну вопрос, странный вопрос. Ну сливовицы там налили, там вечеровка там у них такая, вот выпили. Ну еще хоть, ну конечно, ну а что ж тут? -то? Ну какой же русский не любит быстрые езды? Вот наливаем, разлили, выпили там. Ну а пожрать там насчет? Ну конечно, потому что мы приехали, нам пожрать нам завтра дадут, а сегодня-то мы, ну там закусили, выпили. Потом, когда уже так вот выпили, они так. Иван какого хрена ты здесь делаешь? Мы же тебя сюда не звали. И вот большинству моих друзей этот вопрос, да, так, ну, задали. А вот я этого не мог. Вот если бы я тогда, в 68-м году, э, имел возможность уйти или от страха, или вот э, от э, вот этого ужасного чувства, я не знаю, как его, это, это страх перед самим собой. Что я здесь, сволочь, что я здесь делаю? Зачем я пришел сюда? Вот освободитель. Меня сюда не просили. Я пришел их освобождать от их богатства. По сравнению с нами, у них домики все беленькие, крыши красненькие, чистенько все. А у нас же хаты там из глины смазанные. Ну, ну зачем я сюда пришел? Мне стыдно. Вот от стыда я был красный, как вот у меня звездочка красная, и я сам такой вот красный был. ходил вот по этой Чехословакии. Вот. Не знаю, может, с я много выпил, но вот... Если бы у меня была возможность тогда бы уйти вот, от стыда от своего, я бы ушел. Но да. граница была перекрыта десантниками. Вот. Ну, а десантники у нас дубовые. Мы такие вот ребята стоят. Не могу уйти. Ну, вот. хоть и на танке, но далеко. Вот. Вот, поэтому я ушел только через 10 лет. Не в 68-м, а в 78-м году. Но я всегда задавал себе вопрос. Почему мы так живем по-свински? Почему весь мир нас, мы оказывается, мы пришли как освободители в Польшу, в Чехословакию, в Венгрию, в Болгарию, а нас не любят. Ну мы, мы вот пришли, а нас не любят. Ну вот почему так? так. До 1978 -го года вы все-таки э, окончили военную академию, такую. Да. Эта академия до сих пор нигде не названа. Это совершенно секретная академия. Она называлась «Войсковая часть 35576. Вот, это открытое название. А было у нее секретное название. Военная академия советской армии. Вы тоже никогда такое не слышали. Военная академия советской армии. Вот, если хотите, я... Сейчас, когда все сгнило, я выкупил свои документы, у меня есть диплом. Военная академия Советской армии. Уникальная вещь вот для этого музея вот показать. Ну где вы такое увидите? Военная академия Советской армии, о которой никто никогда не говорил. И было совершенно секретное название. Что там научили? О, это была шпионская академия. То есть, не секретное название. Войсковая часть 35576. Секретное название. Военная академия Советской Армии. Совершенно секретное название. Военно-дипломатическая академия Советской Армии. но и первое, и второе, и третье название ни о чем не говорят. Никакой там дипломатии не было. Мы называли себя «Калуевские дипломаты». Там дипломатия была. Ну, как подготовили таких дипломатов? Коротко, немножко. Как готовили таких калуевских дипломатов? Ну, прежде всего, там подготовка в академии 5 лет. 5 лет. Но сам курс академии, сам, это 3 года центральный курс вот. но перед этим офицеры которые помладше которые не имели большого жизненного опыта и армейского опыта сначала направляли в разведывательные подразделения более низкого уровня то есть было прибалтийский военный округ прибалтийский военный округ имел свою разведку свою агентуру за рубежом, там, где он будет действовать. Поэтому, допустим, вот в Риге находился штаб Прибалтийского военного округа, он имел свою агентуру и свои части специального назначения, которые должны были действовать в Западной Германии, вот Финляндия, Швеция и так далее. Вот это, вот. Балтийский флот. Балтийский флот имел тоже свою разведку, свою агентуру, которая тоже должна была. Вот посылали нас или в штаб Прибалтийского военного округа групп советских войск Германии, центральная группа войск и так далее. Вот я работал в штабе Прибал Приволжского военного округа, где встретил свою Татьяну в разведке. Там только таких. Красивых женщин брали, вот, девушек вот, совсем надежных, хороших, проверенных. Вот. Один год работаешь как офицер разведки на среднем уровне, на оперативном уровне. То есть было 16 военных округов, каждый имел свою разведку. Четыре группы войск, это в Германии, Чехословакии, Польше и Венгрии. Каждый имел свою военную разведку. И четыре флота тоже каждый имел. Вот мы там проходили свой первый год, работаешь как офицер разведки, в то же время имеешь свою индивидуальную программу подготовки. После этого уже проходишь снова экзамены, но уже на другом уровне. Потому что, когда первый раз сдавал экзамены, тебе говорят: ты дурак, ты ничего не знаешь, ну откуда тебе знать, чего? Вот. Мы просто проверяем твою э, способность к усвоению знаний. Общее развитие. А второй раз, когда тебе, ты сдаешь экзамены, ты уже работал один год в разведке на уровне военного округа или флота. Ты уже должен многое знать. И уже у тебя была индивидуальная программа подготовки как ты ее усвоил? После. Вот этого первого года можно было вернуться обратно в войска, или можно было остаться на том же уровне, или можно было подняться на более высокий уровень, куда я и поступил, на первый факультет, то есть на самый главный, факультет, который готовил офицеров для зарубежной работы. Три года э, военной академии, после этого, когда завершаешь эту подготовку, тогда начинается индивидуальная подготовка, допустим, мое прикрытие. Если говорят, вот твое прикрытие допустим, журналистика. Тебя подсылают в газету Правда, ты работаешь в газете Правда как журналист, а ночами и выходными днями у тебя своя специальная индивидуальная подготовка, как быть журналистом в газете Правда. Вот. Или, допустим, торгпредство, торговое представительство отправляют в Министерство внешней торговли. Работаешь там, а ночами, вечерами у тебя индивидуальная подготовка. У меня была организация объединенных наций, он говорит, организация объединенных наций, то есть год я должен был работать в Министерстве иностранных дел, чтобы усвоить, что такое организация объединенных наций, а потом, чтобы меня отправили в Женеву в организацию объединенных наций. Вот, ну, мои начальники посмотрели один год тратить. Зачем? Три дня, ты должен съездить на Смоленскую площадь посмотреть, где находится это э, Министерство иностранных дел и вперед в Женеву. Чего-то не надо тратить год. Вот. И я работал добывающим офицером в Женеве четыре года. Значит, вы хорошо научили бороться карате, вы стреляете очень точно, вы как Супермен свое время были. Сейчас Я суперменом остаюсь, вот, но э, супермен не в том смысле, что... Или э, Перестреляешь... что в действительности. Да, да. Э, такое представление у людей, что... Прежде всего, представление у людей о разведчике, это человек, который... Представление о разведчике у нас сформировано Джеймсом Бондом. Это Джеймс Бонд с пистолетом бегает, тут девушки вокруг него голые бегают. Супермен в нашем понимании, в понимании профессиональном, это совсем другое. Супермен – это прежде всего память. Память, анализ. А вот эти вот штучки, вот, это не только не важно, это запрещалось и преследовалось. Когда я поступил в академию, прежде всего, когда я был в Приволжском военном округе, там у нас сразу в прямом подчинении 808-я отдельная рота специального назначения спецназ. Мне приходилось с этой ротой ходить и проверяющим, смотреть, как они прыгают, как они бьются. Вот. Но если они идут 50 километров ночью через снег с этими радиостанциями и так далее, мне не приходилось точить оружие, но все равно пройти с ними... Эту дистанцию, это язык на плечо, там можно было умереть на дистанции. Это, это действительно очень тяжелые нагрузки. А после этого, появля... приходишь уже в академию, когда в настоящую, то там говорят, что ребята, вот вы были там где-то, у кого-то у вас есть караты, у кого-то есть там стрельба и прочее. Это все забудьте. Это вам не только не надо, это запрещается. Вы должны забыть вот это свои умения. Вам оно не нужно, оно вам будет мешать. Почему? Потому как философия очень простая. Вот если люди строят небоскреб, и эти мартышки стальных джунглей, которые там бегают, мартышки сверху, вот, по инструкции, они должны иметь вот этот пояс на себе и пристегиваться. И человек, который там работает, профессионал, старик уже, который там всю жизнь отработал, по инструкции он должен иметь на себе этот пояс. И по инструкции он должен туда наверх подняться и застегнуться. Но он этого никогда не делает, и он никогда не падает. А вот молодой, который следует инструкции, он туда поднимается наверх, он пристегивается, пристегивается, пристегивается. И однажды он падает. Почему он падает? Потому что он теряет... Он теряет бдительность. Он думает, что он пристегнут. Однажды он забыл пристегнуться, и он падает. А вот старик, который никогда не пристегивался, он всегда знает, я на высоте, я не пристегнут, я на высоте. Все, он никогда не падает. То же самое в разведке, в настоящей разведке, мне говорят, у тебя не должно быть карате. Ты не должен уметь стрелять из пистолета. У тебя не должно быть пистолета. У тебя нет ни ножа, никакого вот этого шпионского оружия. У тебя есть голова. И все. Если ты сделал ошибку в своей голове, один раз ошибку, то против тебя будет три вертолета, 10 машин, 5 танков, 100 собак и 1000 агентов в тайной полиции. То есть от них ты уже не уйдешь. Если этого мало, будет 20 вертолетов. С пистолетиком ты ничего не сделаешь. Поэтому пистолет это для тебя вот этот сам... Это... Пистолет это иллюзия безопасности. У тебя не должно быть иллюзий. У тебя только голова. Только голова. Не сделай ошибку. Пистолетом ты себе не поможешь. Вот и все. Мы работали без пистолетов. В 1978 году э, вы оказались за рубежом в этом плане, что вы уже не представляли Советского Союза, вы были кто? Я вышел из состава Советского Союза. Кстати, я украинец, и мои родители на Украине, мой брат на Украине. И я недавно обратился, когда Советский Союз рухнул, я обратился к... Верховной Раде обратился к генеральному прокурору и спросил, что перед Советским Союзом я предатель. Это я знаю, это ну, предатель, как все, как Ельцин предатель, ну, а разве нет? Ну предал же Советский Союз, правда, да? Вот. Ну как Путин? Ну как все, все предали Советский Союз. Вместе разрушили это. Без единого выстрела. Никто ни разу не стрельнул. То есть, понимаете, какая вот интересная вещь. Чтобы выйти из состава Советского Союза, я рисковал своей жизнью. Жизнью своей жены, своих детей, своих родителей, своих брата, сестер у меня нету, вот, всех своих родственников. Я их подставлял под удар. Вот были люди, которые улетали на сверхзвуковых самолетах. Он кладет жизнь свою, чтобы обрести, чтобы выйти из Советского Союза. А вот чтобы защитить Советский Союз, никто, ни один человек не встал на защиту Советского Союза. Ни единого выстрела никто своей жизнью не рисковал. Вот было там ГКЧП, вот встали там три дня и без единого выстрела сдались и разбежались. Правда, да? То есть, это показатель того, что это была власть свиней. Это Джордж Орвилл, скотский хутор. Власть свиней, она была никому не нужна. Поэтому своим поступком я, я ледокол повторяю, я проломал путь, по которому пошла и Россия, и Эстония, и все остальные. Так вот, обращаюсь я к генеральному прокурору Украины и говорю, вот в чем заключается моя вина перед Украиной. Сегодня. Сегодня, да, перед Советским Союзом я предатель, вы предатели, я предатель, все мы предатели, да, мы предали Советский Союз, Советский, весь Советский народ оказался предателем, весь Советский народ изменил Советскому народу, правда, да? Все, нет такого народа. А перед Украиной, но они говорят, мы сейчас позвоним в Москву, в чем твоя вина? А, говорят, тогда не надо, тогда не надо, не надо разбираться. Если у вас старший брат, если Украина является колонией. России, то, пожалуйста, вы там разбираетесь, мне не надо ничего. Так вот, для Украины удивительная вещь. Были во время Второй мировой войны партизанское движение, которое воевало за независимую Украину. Сейчас сидит Верховная Рада и думает, вот сделать реабилитацию этим людям. А подождите, они воевали за свободную Украину. Мы должны их простить или мы должны их не... Свободная Украина будет их прощать или их не будет прощать. Это же позор, да? Вот тот, кто был в КГБ, тот, кто был против свободной Украины, тот, кто украинцев пытал, тот, кто организовал массовый голод с уничтожением миллионов, самых умных, самых трудолюбивых людей, вот эти чекисты, вот они пусть получают пенсии. Вот пусть они имеют дачи, квартиры, вот. а те, кто воевал за свободную Украину, мы будем думать, может быть, мы им, может быть, простим, а может быть, не простим. Да? Так вот, на такую Украину я, конечно, не поеду и просить прощения я не буду. Когда мне говорят в России, ну что у меня мать русская, Отец украинец, поэтому мне когда говорят, ты украинец или ты русский? Вообще-то этот вопрос, знаете, у меня и жены, у Татьяны, у нее тоже та же самая ситуация. Мать русская, вот отец украинец. То есть наши дети тоже, они наполовину русские и украинцы. Хотя, правда, уже англичане. Вот. Так вот, когда спрашивают, ты русский или украинец? Ну, это для меня вопрос, ты больше любишь маму или папу? Вот как для тебя? Кто лучше? Так вот на ту Украину, которая думает прощать ей украинцев, которые воевали за свободу Украины, или не прощать. Вот на эту Украину я не поеду никогда, в эту Украину. Вот, вот когда они определятся, скажут, что это герои, это герои, которые воевали за нашу свободу. Вот тогда я, может быть, поеду. А русские мне говорят, а ты попроси прощения. Напиши в Генеральную прокуратуру, и мы тебя простим. Какой мы... приговор был? Приговор был смертный. Их было два. В каком году? В 78 -м. Я сейчас про это расскажу. Так вот мне говорят, ну а какой еще приговор? Вот сейчас некоторые говорят, а вот приговора не было никакого. Я говорю, подождите, стойте. Ну, если офицер генерального штаба, главного разведывателя управления убежал, ну что 15 суток ареста, ему положено, или как, ну, ну, ну что-то же ему должны давать. Вот. Это была статья 64. Статья 6, это Уголовный кодекс, в нем был раздел Особо опасное государственное преступление. Статья 64 смертный приговор. Они сразу же сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании: Привет. Вот тут вот есть такой приговор. Вот. Сейчас мне говорят из Москвы, ты попроси прощения, и мы тебя простим. А я говорю, ребята, обождите, давайте так. Вот была власть свиней. Свиньи взяли власть. И эти свиньи 70 лет уничтожили десятки миллионов самых лучших граждан моей страны вот пусть они просят прощения у моего народа. Вот после этого, может быть, я буду просить прощения, но сначала пусть они просят прощения. И вот если мой народ будет их судить, тогда я приеду на суд, пусть меня осудят вместе с ними или после них. А так пока эти убийцы, эти предатели и трусы, пока они там сидят и правят моей страной, то пожалуйста я просить прощения не буду мой народ меня простил вот миллионы копий которые проданы в россии моих бог моих книжек вот это есть мое прощение мой народ э, меня не считает врагом а если вот говорить про о предательстве еще раз вот смотрите вот президент путин владимир владимирович изменил присяги изменил советскому союзу предатель такой же как и я но это то, что общее между нами. Он предатель, я предатель. Но была разница. А разница вот какая. После этого он принимал присягу, становясь президентом России, он снова принимает присягу. Я говорю, обождите, он же один раз нарушил присягу, как же он принимает новую присягу? Он должен сказать сразу, граждане, товарищи, братцы, вот я один раз изменил присягу, вот я принимаю новую присягу, ну так вы уж поверьте, сейчас я буду хорошим человеком, правда, да? Но он этого не говорит. Один раз изменил присяги, принимает новую присягу. Уже на верность России. И тут же ее нарушает. Потому что наша Конституция... Что такое Конституция? Вообще смысл всей Конституции? Там много всего написано. Но главное в этой Конституции, вообще суть Конституции заключается в том, что перед законом мы все равны. Вот закон для всех нас одинаковый. Вот вы, я, кто угодно, мы все перед законом закон для нас один. Он клянется, он гарант Конституции, он клянется хранить, охранять эту Конституцию. И первое, что он делает, он говорит, а вот мой предшественник, Ельцин. Он не под законами, он не под конституцией. Мы не будет уголовного преследования предыдущего президента. Это скотский хутор Джорджа Орвилла. Все звери равны, а для свиней особые вот почести. Он же нарушил конституцию. То есть, смотрите, Путин принимал присягу второй раз, я не принимал. И он тут же нарушил конституцию, то есть он предал Россию снова. Он нарушил притягу второй раз. Виктор, ваши книги очень популярны и в Эстонии. Когда вы принимали... Мне очень приятно. Их трудно достать в библиотеках. Я проверил это буквально несколько дней назад. Когда вы принимали решение начинать писать, когда вы чувствовали, что вы должны этого сделать, что эти книги должны рассказать правду. Может быть, и очень э, такую правду, которая не всем нравится. Да. Наверное, сначала родился писатель, а потом я. Потому что я вот я не называю себя писателем. Потому что для меня писатель это Лев Толстой, для меня писатель. Для меня писатель это Александр Александрович Солженицын. Это писатель, настоящий писатель, который умеет писать. Ну а я я не считаю, что я писатель. Я, я пишу книжки, но не каждый, кто пишет книжки, может считаться писателем. Я стараюсь, вообще, техника письма, ведь самая простая, самая простая. Я представляю своих солдатиков перед собой и самым простым языком я им объясняю. Вот если им всем понятно, то я думаю, что всем остальным людям будет понятно. Ну и все. Никаких иностранных слов я не принял. Простые предложения. Вот, то есть я говорю с моим читателем, как со своим другом. Я же, когда вот с другом с хорошим сидим, мы выпили, запустили хорошо. Я же не говорю иностранными словами и длинными предложениями. Вот. Я говорю простыми предложениями, Ваня, ну ты понимаешь, Ваня, ну пойми меня, Ваня. Вот. И я стараюсь так в книгах, ну не поддавая, вот, но так вот держать вот. Тот же самый доверительный тон. Ваня, вот дело было вот так. Возможно, популярность книг тем и объясняется, что я разговариваю с нормальными людьми. Не научными там какими-то фразами. Но с детства, когда я помню себя, я всегда мыслил про себя как бы в третьем лице. Вот он идет. Вот ему набили морду. То вот. есть как-то я вроде бы... Все, что происходит со мной, я как бы описываю для кого-то. Не, не так, что вот, вот я кого-то встретил, вот что-то у меня здесь получилось не так. Я все время, как бы, со стороны смотрел на ситуацию. И я любил рассказывать всегда своим друзьям. Знаете, как вот у примитивных народов, там, допустим, вот вечер, ночь, пальмы качаются, кокосовые орехи, океан шумит, письменности нет, и самый вот старый там у них старик сидит и им рассказывает какие-то легенды. Он самый почетный человек. Вот. А в нашем современном мире это то же самое ведь происходит сидит какой-то какая-то женщина и рассказывает про Гарри Поттера она самый знаменитый человек у нас самый уважаемый ей платят сотни миллионов долларов вот и всегда в моем отделении в моем взводе я с 11 лет повторяю в Суворовском училище авто, после этого была высшая общевойсковая команда училища в Киеве вот потом моя служба Чехословакия Прикарпатский округ потом академия потом резидентура и так далее всегда какая-то группа людей, и я рассказчик, я не знаю, вот, но среди офицеров, среди людей военных всегда вот есть какой-то рассказчик. И вот я не хочу себя сравнивать ни с кем, но по большому счету русская литература, ведь это же офицерская литература. Александр Исаевич Солженицын, Куприн, Танюкевич. Лев Толстой, Лермонтов – это офицеры. Я не знаю, почему так получилось, или мы самые умные. Я не знаю, я, я не ставлю себя на тот уровень, вот. Но э, может быть от того, что в офицеры шел романтик, человек, который не искал для себя, э, то есть это не канцелярский работник, это человек, который искал романтики в битвах. Э, в служении своему Отечеству.